Иду на прививку в поликлинику. Вид Смоленска с Покровской горки. Мост Виадуки. Собор Успенский кафедральный. Зеленый Смоленск. Что есть? Коротко покажу. Не все ж леса снимать. Кусты бузины в городе Смоленске. Первый раз я вижу здесь такое растение. Это бузина. В лесу такого не встретить. Очень красивое растение. Классное. Сначала она зеленая, призеленая. Это один и тот же куст. Внизу ягодки зелененькие, в тени они. Красивенькие такие. И не поймешь, какое это растение. Потом многие ягодки уже стали красными. Сначала я увидела красные ягоды. А потом смотрю, они вперемешку с черными. Черная бузина. Никогда в жизни я не видела черную бузину. Черная бузина считается съедобной. Красная еще под вопросом для меня. Я не знаю, красная съедобная или нет, но мне кажется, что нет. А вот черная съедобная. Но в лесу я видела только красную бузину. И возле гаража у меня растет тоже красная бузина. Куст недавно вырос, ни с того, ни с сего. Лесовик прислал из леса. Вот так вот. Но дело в том, что я не видела, чтобы мои ягоды возле гаража почернели. Удивительное растение. Очень-очень высокое. И много-много здесь таких кустов. И вот на многих веточках есть и черные ягодки, и красные, и черно-красные. А в самом низу зеленые. Хотела я попробовать черную ягодку, но думаю, ладно, сделала я уже прививку от этой короны, будь она неладна. Не буду рисковать, а то еще чего-нибудь получится не то.